Я же говорил, что все это ненадолго будет. Вот, пожалуйста. Порвали. Всем привет. И это будет обзор моего нового топора. Такой коротенький, чтобы долго не занимать ваше время. Все-таки ветер сегодня холодный. Я не знаю. Вообще голова мерзнет. И так вся шея продута. Вон опять кто-то какие-то метки ставил. Ладно, сейчас возьму вот эту палку и попробую ее рубануть вон там. Пока что другого варианта у меня нет. Это единственная палка, которая вроде бы еще сырая. Все, сейчас. Вот здесь я ее и буду рубать. Вот такой топор я купил у Олега. Вот он. По мне, пока в руках держится нормально. Удобно, в общем. Сейчас посмотрим, как он эффективен. Ну, рубит неплохо. Надеюсь, было хорошо видно. Даже если взять вот так. Ну, тут уже она лопнула. В общем, рубит хорошо. Лучше мачете. Я думал, будет не так быстро. Ну, сейчас попробуем на сухом. Можно сказать, рубка от первого лица. Ну вот, вылетел из руки. Ну, сами видите, нарубил он нормально. Ну, в общем, топор отличный. Можно сказать, проверил. Так что, если кому надо такой топор, там в магазине напротив Сбербанка у Олега Сизова. Недорого, кстати. Ну, я думаю, на этом все. Вообще, в других видео мы поподробнее покажем, расскажем, что нам понравилось, что не понравилось в этом топоре. Насчет серии видео «Трэш в веретевских лесах», да? Там еще будет 3 серии. И это будет, ну, не сказать, что это что-то стрёмное, но в следующих сериях мы нашли еще мертвых оленей. Так что, кто ждет эти серии, они уже почти смонтированы. Часть готова, часть нет.
я думаю, в течение следующих 2 недель выложено в сеть. Ну все, всем пока. Я больше не знаю, что сказать.